jest gotów. Można. Друзі, до вашої уваги правила гри. Я ви трошки поспішив сигналом, я зараз худенько вам прорекламую. Отже, необмежена кількість передач у нас з голкіпером на своїй половині поля або на чужій. М'яч під контролем голкіпера не більше 4 секунд. Не більше 4 секунд м'яч під контролем голкіпера. На введення м'яча за боковою лінії так само 4 секунди. Будьте уважні з заступом, ми цього не допускаємо. Она идет. Без пароля? Без пароля. Смотри, смотри, смотри! Еще За яким? Лещенко? Хорошо, хорошо! Кстати, вчера 10 игроков съели, прикинь? 10? Да. Отлично. Право, 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 да! Ну, у меня тариф 20, поэтому как бы еще хватит, я думаю. Не, хорошо, есть дома справа? Да. Есть ширина. Да. Да. Ширина. Ширина есть. Безлим, говорю, лучше не брать, потому что он же там есть эта фигня, типа, что обрезаться будет. Далее. 40 сильно жира, 20 в неделю хватит. Да. Фомин на основе на сайте? Фомин. Фомин, здоровье тебе, Фомин. Что с ним? Умница, Серега, еще! Трёма, справа, за спиной! Это сейчас играет, видите название? Хорошо! Андрей, сейчас играет, видите название? Сам! Иду, да! Хорош!
Паш, Паш, за спиной, Паш. Тепло. Справа тебя. 14. Ну куда его, Паш? Эй, ты смотри, продавай! Кидай, кидай, кидай! Кидай, кидай, кидай! Хорош. Серый! Нет, не стоит. Класс. Ну вот так и треба, Руль, убегайте, блядь, не буду дать. Справа есть. Я думаю, лево тоже, да. Право. Щеки свободные зоны. Стой, 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 Артема Колбасы 1-0. Артем Колбаса, помнишь, да, футболист? Бровара? Знал? Ну, конечно. А он сейчас играет же? По-моему, да. Ты уверен? Да. Сейчас узнаем. Кидай, кидай! Хорошо! Да, снова был он, да? И дуже швидко відігрується команда Атлетико Київ. Влад, Владислав Лещенко. Найцікавіше попереду. Чо, неправильно? Влад, Влад, правильно. Справа, справа, справа. Надежда, надежда. Я полкет. Внимательно вводим мяч, правильно вводим? Валик, валик, тви, валик, тви. Справа есть. Ну, машина за Черноморье сыграет, конечно. Ним до конца, валик. Ну, явно выделяется, скажем так. Да? Ну, а что нет? Сам же навозюрил всех. Рядом хороший. Все. Черные. Есть? Да-да. Хорошо. Лайк, поставь ложку. Дай корпусом. Ладно, что ты подключаешь? Невеста, Дима. Не, по-моему, за Севилью приходил играть, короче, навозюрил всех. Сколько там, штук 7 забил, да? За Севилью, надо еще посмотреть. Севилья явно... В прошлом явный аутсайдер чемпионата Испании. Машинка. Не бывает, Леш. Это, кстати, вчера такого не было. Thank you.
колеса. Не, спасибо. Черная футболка, которая в Адидасе бегает. С оранжевой прослойкой? Право, смотрите, право, не дайте мне рунальдию. Право. А, на поле. Не играет сюда. Мяч, мяч, мяч. Что, и на кого ставишь? На кого ставишь? Две команды. Две поддержи еще. Которые что? Две команды. Доиграй, доиграй, доиграй! По одному счету? Да. Тем интереснее. Ничего не сделаю, вряд ли. Это от интернета зависит, что я могу сделать. Степанюка. Ігора Степанюка, гол ворота команди. Відійте названня називає Андрій Кислиця. Номер 11, 2-1 Атлетико Баверно. Текущий вітрей 990. Вчора такого не було, я ж тебе говорю. Просто інтернет не тянет, що я не знаю. Інтернет нормально, 10 гігов точно. Ні. Можете измобровать. Будет прерываться трансляция. Это будет плохо, короче. Лучше ждать, пока начнет работать. Все, так и стоит, так и стоит. Владислав
Кравченко, пас Андрій Кисниця. Дубль на рахунку цього футболіста номер 11. 3-1 Атлетико Київ попереду. І зараз нормально все, бачиш, пішло. Київ голову рода команди Вінді названня забив Ігор Степанюк. 4-1 Атлетико Київ. Звання силами гравця під номером без номера. Як його звати? Жигульський. 4-2. Сергій, дякую. Творів звуває Сергій Переник. Спочатку їжджає пастом. 5-2. Капець, як так можна? Ну, не знаю, бачу. Пацаны! Забудь его! Давай, давай! Хорошо, поставь его!
остановить. Качество отличное. Не пишет. Вот сейчас стенка на нашем парне кейсы. Ты что, серьезно? Я думал, ты рассесть собрался. Я думал, ты собрался сесть. Я убрал, чтобы было менее драматично. Осталось 3.5. Нам залишилося грати трошки більше 3 хвилин в першому таймі. Нагадую, для наших глядачів рахунок 5-2 на користь команди Атлетико Київ. А що з Грейсерсом? Нормально все, 9. А, серйозно? Дві команди. Так а що, одну сюди, одну туди не можна? Дай розвернувся. Ярик за них грає? Я. Давай. И зрители хотят больше, чем я. Рубрика «Анекдот от Сибири». А файл анекдот? Меняйте все, все! Все, это весь анекдот. Мужчина приходит в израильскую клинику. Вот доктор. Смотрите. Я поспорил с друзьями, мы напились. Ваня, я поспорил с друзьями. Поспорил, что я не смогу сделать пространство. Мужчина, вы уверены, что я не пространство? Хорошо, Ваня! Говорит, да, говорит, пространство, да. Вы хорошо подумали, ведет его операционно, перед тем, как я говорю. Вы уверены, пространство? Да, да, сделайте мне пространство. Это хоть культурный анекдот? Куда вы жили все? Хорошо, покидать канал не должен быть. Ну быстрее, у тебя 30 секунд осталось. Я успею. Я за 30 секунд, знаешь, как могу? На. Вот сейчас только 30 будет. Вот сейчас, ровно. Ниже, ну что вы вдвоем там стоите? Спасибо. Вот ты тоже. Что это Today with a